Короче говоря, я вот, господа, я в частной клинике. Это часто скорая помощь, мне стало плохо резко. Вот, тут даже, понимаете, тут страх пропадает. Ребята, в государстве только лежал, я сбежал. Я вызвал эту скорую, потому что боялся, что тут там не было ничего. Тут хотя бы дефибриллятор, вот он. Так что, ребята, не рискуйте.